Для меня учитель – это реализация давнишней моей самой юной мечты в жизни. Моя мама – учитель физики, и, соответственно, я, наверное, осознанно пришла в педагогический вуз, и сейчас я являюсь учителем начальных классов. Для меня быть учителем – это очень ответственно. Это самая благородная профессия, на мой взгляд. Все они приходят в профессию по воле сердца. День учителя – один из самых главных профессиональных праздников в нашей стране. Ежегодно в начале октября педагогов чествуют и поздравляют, благодарят за их ежедневный труд, самоотдачу и талант. В этом году в Щелкове официальные торжества состоялись в новом корпусе гимназии номер 2. Наша система образования Щелкова – одна из лучших в Московской области, что в этом году неоднократно было отмечено министром образования Московской области и председателем Московской областной думы. Сколько бы ни говорили о важности и ценности труда педагога, этого будет недостаточно, потому что ваш труд, наш труд, он бесценен, и переоценить его невозможно. Труд всех собравшихся в зале не остался незамеченным. В день учителя педагогам вручили почетные грамоты главы городского округа Щелково, Министерства просвещения Российской Федерации и другие награды. Можно сделать очень много. Можно построить качественную инфраструктуру, можно купить качественное оборудование современное. Но ничто не заменит то, чем мы наполняем эти школы. А эти школы наполняют люди, наполняете вы, наполняете знаниями, содержанием. И за это низкий вам поклон. То, что мы сегодня, старшее поколение, достигли и имеем, это заслуга наших ветеранов, наших учителей. То, чего достигнут наши дети, это будет вашей заслугой. Наверное, ваша профессия одна из немногих, которую невозможно выбрать, исходя из чисто конъюнктурных соображений. Прежде всего, это потребность души. День учителя – праздник не только для работников общеобразовательных учреждений. Он объединяет всех людей, кто трудится в системе образования. В Щелково это более 3500 профессионалов своего дела. Сегодня со сцены гимназии номер 2 звучат теплые слова благодарности в адрес педагогов дополнительного образования, воспитателей, учителей, людей благородной профессии, объединенных одной целью. Воспитание, передача знаний подрастающему поколению. Учитель помогает ребенку получить путевку в жизнь. От детского сада до выпускного в школе педагоги сопровождают своих воспитанников и учеников, становясь им друзьями и наставниками. Они заботятся о здоровье, они развивают, обучают, воспитывают и, конечно, делают все, чтобы каждый ребенок был успешен и уверен в своих силах и в своих возможностях. Не каждый человек может быть педагогом. Это призвание. И хочется сказать, пожелать, чтобы все их идеи воплощались в жизнь. Быть педагогом – это тяжелый труд, который заслуживает искреннего признания и сердечной благодарности. Лучшая награда для учителя – успех его учеников, жажда знания, а также стремление к творческому развитию. Учащиеся образовательных учреждений выразили признательность педагогам, подарив им яркие концертные номера. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.